Всем привет, меня зовут Виталий Клименко, я хореограф проекта «Танцы на ТНТ» и представитель американского влог-дома «The Iconic House of Ninja». Соответственно, у нас получилось круг, ца-ца. Оп. Ладошки параллельно. Провернуть и выкинуть вверх. Я. Точка. Бу. Цака-цака. Бу. Бу. Вот, медленно тоже. И цака-цака, бум-бум. Влево. Вправо. Рука прямая. Типа, осторожно. Опасно. Со мной связываться. Folks, here's the story about Minnie the Moocher. She was a real good hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Ode, 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 ode. Thank you.
без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле. Они видят, как ты работаешь, не покладая рук.
сколько времени ты посвящаешь занятиям. Я знаю, что ты реализовала очень много целей, и одни из них реально были сложные. Я тебя поздравляю, ты большая умница, вся школа гордится. Спасибо. В номинации «Сила и грация» и спорный лидер Настя. Танцуешь ты, говоришь на интервью, что бы ни делала, ты украшение нашего проекта. Твоим девочкам-ученицам очень сильно повезло, потому что у них есть такой невероятный пример для подражания. Наша следующая номинация – звезда сцены. Человек, который умеет себя подавать ярко, красиво, по-звездному – это, конечно же, Алена. Твоя яркость, неординарность, она никого не оставила равнодушным. Эмоция «Невозможное возможно» присуждается Юле. Тебе было тяжело держаться на пилоне. Руки – это самое важное, что есть у полдейсера. И они тебе не давали показать свою силу, свою растяжку, свою грацию. Но сейчас я вижу невероятный прогресс. Ты сегодня оттанцевала номер и не скользила вообще. И ты сделала невозможно. Следующая номинация – философия спорта. Это, конечно же, номинация для Кати. Катя, ты с таким достоинством, мудростью, старательностью и отдачей подошла к проекту. Я тебе очень благодарна за это. Спасибо тебе за твое отношение. Еще одна номинация. Номинация «Душа проекта». Это номинация для Алевтины. Победитель проекта «Пол реалити».
Человек, который поедет в Ригу на чемпионат Pole Emotions и будет сражаться там. Это у нас Юлианна Рюзина. В общем, сегодня прошел последний съемочный день проекта Pole Reality. Я бы очень хотела выразить свою благодарность всей команде и в особенности нашему наставнику, идейному вдохновителю, создателю проекта Pole Reality. Это Наталье Мещеряковой. Наташа, большое спасибо за вдохновение и мотивацию. На самом деле, к концу проекта я уже чувствовала, что я вымоталась, и что я очень устала, и я думала, что все, это конец, я сейчас на 2 недели уйду в отпуск и буду отдыхать. Но на самом деле сегодня я чувствую, что мне хочется работать дальше, и мне кажется, что я завтра с утра проснусь и пойду на тренировку. Так что спасибо большое, этот проект, правда, очень много мне дал, и мне прямо захотелось выступать на соревнованиях, и я думаю, я еще подготовлюсь, и я это сделаю. Спасибо большое. Когда началось награждение и присуждение номинаций, наверное, я микрофон, не знаю, сейчас будут цеплять. Но вот это для меня самая главная награда. Просто я разрыдалась, и я не ожидала. Ну просто спасибо большое за эту номинацию. Это просто, ну как бы смысл жизни, он оправдывается просто. Как говорится, быть человеком, и все будет хорошо. Так и так надо жить. Шокирована. Я шокирована, что как бы 3-е место у меня. Ну, как бы все девчонки достойны, все старались, все молодцы. И я представляю, как было сложно принимать решения, там, да, почеты, баллы, все это, ну, как бы сыграли свое. Но я не ожидала, что я получу 3-е место, правда. И я очень рада. Спасибо. С самого начала проекта очень хотела победить, да. Я ехала с мыслью просто сделать четко от начала до конца номер. Я очень благодарна всем своим полотнам, которые, я не знаю, по волшебству они меня не подвели. И все прошло в порядке, все прошло нормально. Я была очень рада. Я уже на тот момент была очень рада и успокоилась, честно сказать, что номер я здесь. Когда мы тут стояли, мне было очень страшно стоять здесь, честно скажу. Страшно. И, ну я рада. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в проекте. Ребята, и вы, и кто помогал, и Алена, и Леночка. Всем большое-большое-пребольшое спасибо. Не буду всех перечислять. Всем моим родным и близким, всем знакомым, которые меня поддерживали на протяжении всего проекта, и друзьям. И вчера, и сегодня мне писали люди, знакомые и незнакомые даже, слова поддержки. Это очень приятно слышать, честно говоря, это бодрит. Эмоции? Они такие разные, это и радость, и такое расслабление, что наконец вот закончилось, и вот мне не надо завтра отчет, например, писать, да, или там делать пост. Ну, а с другой стороны, очень большая грусть, потому что ты понимаешь, что такого интенсива в ближайшее время не будет, таких встреч не будет. Ну, Pole Reality для меня завершилось, да, сегодня, для всех и для меня завершилось. Вот это я осознать еще не могу, это, ну блин, это было мое лето, это была часть моей жизни, это была большая часть этого года, и теперь этого нет, и это очень страшно, потому что если не поставить себе какую-то новую задачу, и вот прямо сейчас, то можно сесть и закончить вроде бы как жить. Вот, спасибо, Наташа, мне очень все понравилось, проект был, ну на самом деле проект был нереальным. Было очень здорово, девчонки очень крутые. Ну, я и вот писала в отчете, и видео снимала, что
такую поддержку нигде не встретишь. То есть даже вот сейчас девчонки, кто там разделились первые, вторые, третьи места, у нас никто там не перестал друг с другом общаться, мы сидим, поздравляем. В процессе друг другу писали, что там давай, молодец, все получится и так далее и тому подобное. Такого я никогда нигде не встречала. Начала, на самом деле. Да, у меня второе место. На самом деле я чувствовала, что у меня будет второе место, вот честное слово, я знала, что у меня будет второе место, но я нисколько не расстраиваюсь, потому что у меня есть свои цели. Вот еще самое главное, что хотела сказать, я поверила в себя, потому что вот на вопрос, почему я не участвую нигде, ни в каких соревнованиях, потому что я очень боюсь, для меня эмоционально больше тяжелее, чем вот исполнить какой-то трюк, эмоционально гораздо тяжелее, поэтому я нигде не участвую. Надеюсь, что где-нибудь вы меня увидите, если все будет в порядке. Все, всем спасибо. Огромное всем спасибо. Всех очень полюбила. Спасибо Наташе. Все. Буду скучать. Ты любовь в моем сердце. Полностью стопроцентовая. Полностью. Ты образец для подражания. Ты большая умница. От начала до конца. Очень дисциплинированная. Заставляла нас этой дисциплине. Молодец. Я горжусь вообще тобой, таким человеком. Благодарна твоей маме. Как она воспитала тебя, умница. Аленка вообще, талант. К семье. Просто поражена. Обожаю всех. Сашка тоже. Не знаю. Буду очень сильно скучать по Елене, по Максиму, по всем. Мне очень понравилось качество. Хочу, чтобы Наташа продолжала в том же духе. Выходила на телевидение, выходила на разные страны. Буду поддерживать, буду просить Казань, Татарстан, чтобы все поддержалось. Где надо, буду тоже ходить и прям помогать и голосовать. Стоп, снято!